Vas-y, viens. Thank you.
Спасибо, вот такая у нас получилась мышиная возня. У меня просьба, немножко барабаны можно мне в монитор добавить? И теперь мы исполним очень печальную песню о существе, которое обычно летает, но в этот раз что-то пошло не так. Это птица, которая сломала крыло и не может взлететь. И композиция называется «Птица». Мы ее сыграем чуть позже. Сейчас мы исполним «Слепой дождь». Но птица обязательно прозвучит чуть-чуть позже. Thank you.
А сейчас мы исполним очень медленное аргентинское танго под названием «Чайковский». Thank you.
Ну, вот оговорюсь, я заявил во встречах и в анонсах концерта, что будут представлены новые композиции. И это произведение на самом деле не совсем новое. Мы его исполняли еще года 4 назад, еще до того, как к нам присоединился Антон. И оно было для квартета. И сейчас я переаранжировал, добавил партию саксофона. Надеюсь, получилось хорошо. Композиция называется «Лето 2010». Почему такое название? Я думаю, многие из вас помнят это адское лето 2010 года, когда был смог, горели торфяники, в городе было плюс 44, и дышать было нечем. И в этот момент я сидел дома и писал эту песню. Thank you.
Wi-Fi, прервался на несколько минут и вернулся к вам с новым вокалом. Итак, напомню, с вами сегодня Иванов Вайб Бэнд. И сейчас мы сыграем две композиции. Это известные джазовые стандарты, это классика. Но я их сделал по-своему. Итак, первый называется All the Things You Are. Thank you.
Сейчас прозвучит песня из мюзикла «Звуки музыки» под названием «My Favorite Things». Thank you.
снова прозвучит композиция, которая была у нас когда-то очень давно в репертуаре и которую я переаранжировал. Она называется «Диалог». Thank you.
Три мы исполним прекрасную балладу выдающегося американского вибрафониста Джо Волка. Она называется «Дитя Сатурна».
И сейчас мы сыграем сон. Я вам объясню, обычно я всегда на концертах делаю предисловие к песне, потому что многие композиции программные. И этот сон — это не тот сон, который мы спим, а тот сон, который снится. Дело в том, что эту композицию я наглым образом украл у Майка Стерна. Как это было? Мне снился сон, что я пришел к нему на концерт, и вот он играет на сцене какую-то классную музыку. Тут я быстро проснулся, побежал, записал ее, и потом досочинял, и вот получился такой вот сон. Thank you.
Вячеслав Аркизянов, контрабас. Дмитрий Власенко, ударная. И я, Иннокентий Иванов, вибрафон. Спасибо. Мы рады, что вы были сегодня с нами. Приходите к нам на новые концерты. Для того, чтобы узнать, когда они будут и где, вы можете зайти на наш сайт ivanovband.com. Там есть анонсы наших будущих концертов. Спасибо.